скорее всего, судя по тормозному пути, там видно, залетел сюда на машине. Машину не видно, ее обошли. Только что погрузили человека в скорую помощь. Ну, значит, жив. А вообще, я так подозреваю, что он влетел в людей. Вот. Судя по звуку, тормозил он очень долго. Я был дома. Короче, какой-то закол.